преддверии Дня семьи, любви и верности сотрудники Фокинского отдела ЗАГС при поддержке отдела образования провели конкурс рисунков среди детей младшего школьного возраста под названием «Моя семья». Лучшие работы отмечены грамотами, все участники получили сладкие призы. Подробности далее. День семьи, любви и верности отмечается в нашей стране 8 июля, вот уже 5-й год. Замысел этого прекрасного праздника появился у представителей города Мурома, где находятся мощи святых, мужа Петра и жены Февронии. Эти святые признаются в народе покровителями брака. В преддверии Дня семьи сотрудники Фокинского отдела ЗАГС при поддержке отдела образования провели конкурс рисунков среди детей младшего школьного возраста под названием «Моя семья». В нашей стране в очередной раз 8 июля будет отмечаться всероссийский праздник, День любви, семьи и верности. Все отделы ЗАГС по всей стране готовят какие-то мероприятия. И в этом году впервые мы решили провести конкурс рисунков и плакатов среди деток нашего города. Вот. Ребята откликнулись, мы сами не ожидали. Мы просто хотели узнать, как вот дети представляют ценности семьи, что они думают вообще о семье, ну и в своих рисунках, чтобы они это нам выразили. Мы всем показали. Более 20 детей, отдыхающих на летних школьных площадках города, приняли участие в конкурсе рисунков. Ребята рисовали свои семьи, родителей и то, что для них символизирует семейное счастье. Лучшие рисунки были отобраны и выставлены на стенде в отделе ЗАГС. Какие рисунки яркие, как это все воспринимается детьми, как это все выражается. Мы тут тоже, ну, люди взрослые обсуждали, как бы, как что, да, вот кто-то маму, кто-то папу, кто-то вот дом, там есть даже рисунки жениха и невесты, то есть эти наши дети в перспективе, все не жених и невеста, потом родители, бабушки и дедушки, то есть все, что и должно быть в отделе ЗАГС, то есть так они себя это и выразили, через свои рисунки, свое понимание семьи, вот нам тоже было это интересно. Награждение авторов-победителей конкурса «Моя семья» прошло 4 июля в зале торжественных регистраций Фокинского отдела ЗАГС. Им были вручены грамоты. Все участники получили сладкие призы. Также начальник отдела Елена Сучкова рассказала ребятам о работе отдела записи актов гражданского состояния. Провела увлекательную экскурсию. Девочки и мальчики с интересом и любопытством слушали Елену Леонидовну. Да, в силу своего возраста дети еще многого не понимают, но именно они острее всех чувствуют атмосферу в семье. И именно для них счастливая семья является не только важным понятием, но и необходимостью. У меня очень хорошая семья. Я рада, что у меня есть такие родители, которые меня любят. Я нарисовала маму, папу и себя. У тебя есть семья из трех человек? Нет, у меня еще есть сестра, просто я позабыла про нее. Я нарисовала рисунок маму и себя. Я хотела показать этим рисунком, что я люблю маму, и хотела подарить все цветы ее жизни. Я хочу поздравить всех людей нашего года, города с праздником, с Днем семьи. Желаю всем счастья и любви. Конкурс понравился всем, и организаторам, и участникам. Его планируют сделать традиционным. Воспитание подрастающего поколения в уважении к семейным ценностям – очень важная задача в социальной политике государства. Выставка детских рисунков в Фокинском отделе ЗАГС – это семья глазами ребенка. И пусть рисунок каждого ребенка, рисующего своих близких, будет всегда ярким и красочным.